То есть он может из Москвы прилететь в Японию и вернуться обратно. Москва и Сол. В отсеках находятся 12 крылатых ракет большой дальности и высокой точности. Две кассеты по 6 ракет. Несут ракету ХБД с дальностью более 6500 километров. Это самолет Ту-95МС. И снаряжены 6 крылатыми ракетами. Да, поворачивается барабан. И каждая ракета сходит. Следующий самолет Ту-22М3. Сейчас мы доработали эту ракету еще новыми боевыми частями, которые увеличат ее мощность до 1700 килограмм. Штурмовик летает на предельно малых высотах. Это модернизированный под лучшие критерии. Да. Он СМ-3. Все-то быть невидимым для средств боевого противника. Все самолеты, да. Все самолеты летающие со строевых частей. Здесь все никаких, скажем так. Да, Су-34 вам уже перевели, что у него конструкция аэродинамическая, похоже, типа утка. Это вот диаметр, сказали, что 8 метров там написано. А это включая и вспомогательные блоки? Да. Дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народной Социалистической Республикой. Россия Юнбанга, Чосон Минджеймин Конхагук, Санун Кванге, Пальчон Ильвихаю. За благополучие и процветание наших народов. Уритунара Миндри Хенгонква Помнир Ильвихаю. За здоровье товарища председателя и всех присутствующих. Чон Йоханын, Чосон Минджеймин Конхагук, Умион Дзяк Томджи. 나는 이 우리 이번 방문이 전통적인 졸업 신생 관계를 더한 층 송화 발전시키는 주요한 계기로 되리라고 확신하면서 존경하는 러시아 연방 대통령 울라지미로비치 푸틴 동지의 건강을 축원해서 위대한 러시아의 새로운 승리를 위해서 졸업 신선의 끊임없는 방어 발전을 위해서 그리고 또 이 자리에 참가한 모든 동지들의 건강을 위해서 잔을 들 것을 제기합니다. В заключение выражаю уверенность в том, что нынешний наш визит послужит важным моментом в дальнейшем развитии при вращении традиционных корейско-российских дружественных отношений в нерушимые отношения стратегического сотрудничества. Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина, за новую победу Великой России, за беспрерывное развитие и укрепление корейско-российской дружбы, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей. Thank you.
уважаемый председатель. Я очень рад вас вновь видеть и принимать в России. На этот раз, как мы и договорились, на космодроме, на нашем космодроме Восточном. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь, и вам, и вашим коллегам это интересно. Но наша встреча проходит в особое все-таки время. Совсем недавно Корейская Народно-Демократическая Республика отмечала 75 лет своего создания, основания. 얼마 전에 조선민주민주공화국 창건 75돌세 맞이했습니다. 그리고 얼마 전에 러시아와 조선민주민공화국 외교 관계 설정 75돌세 맞이하게 됩니다. 나помню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенную независимую суверенное независимое государство Корейскую Народно-Демократическую Республику. 새로 창건된 독립적인 자주적인 조선민주국가국을 처음으로 인정한 국가가 바로 소련이었습니다. совсем скоро будет отмечать 70 лет окончания войны за независимость. 그리고 이제 해방 전쟁 이런 돌도 맞이했습니다. 이 победу корейского народа в этой войне. 특히 조선인민이 이 전쟁에서 이긴 것을 맞이했습니다. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической Республике бороться за эту независимость. 조선민주공화국 해방하기 위해서 소련이 많은 방조를 했습니다. Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера. 오늘 회담에서 경제와 여러 가지 분야에 대한 협조를 토론하려고 합니다. 시트와시 в регионе. 그리고 조선반도 정세에 대해서도 회담하면 좋겠습니다. Вопросов у нас много. Хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. 국무위원장 동지께서 제 요청에 제 초청에 수락하시어 러시아 오신 것을 환영합니다. 오늘 정말 이야기하신 것이 많습니다. Добро пожаловать. 네, 러시아 오셔서 감사합니다. 매우 바쁜 일정 속에서 중요한 시기에 우리 조선민주민과 대표단을 따뜻히 초청해 주시고 또 이렇게 우리가 방문 첫 시기부터 러시아 동지들이 진정을 느낄 수 있게 하는 것만으로서 이게 일정적으로 환대해 준 데 대해서 조선민주민공화국을 대표해서 대통령 동지와 러시아 정부 인민에게 다시 한번 감사를 드립니다. Выражаю вам признательность за то, что вы пригласили нас, несмотря на свою занятость и своими государственными делами. В очень важный период совершается наш визит в Россию. И сейчас вот российская страна очень с теплым чувством принимает нашу делегацию Корейской Народно-Демократической Республики. Мы с первого момента вступления на территорию России могли почувствовать искренность российских друзей. И от всего имени Корейской Народно-Демократической Республики выражаю вам и народу Российской Федерации чувство благодарности. Это 깊은 관심을 돌리시고 또 우주 강국의 지위를 가지고 있는 이 우주 강국의 심장과도 같은 이 발사장에서 특수한 오늘 환경에서 이런 자리를 상봉의 기회를 마련해주고 또 우주 강국의 현 주소와 앞날에 대해서 우리가 더 깊이 이해할 수 있는 그런 기회를 주신 데 대해서 영광을 생각합니다.
и выражаю вам благодарность за то, что вы уделяете такое большое внимание нашим посещениям в Россию. А также мы своими глазами смогли увидеть настоящее и будущее России в строительстве космической державы. И мы сейчас проводим с вами очень особое время, встречу именно в сердце, космической державы России. Кадангэ замар замарин бавагачи, ури гукка хэбан, хэбангуа, ури гукка чангонэсэ, Как вы сказали, Советский Союз сыграл очень большую роль в освобождении нашей страны, а также в освоении независимости нашего государства. И наша дружба имеет глубокие корни. И сейчас для нашей страны самым первым приоритетом является отношение с Российской Федерацией. Я уверен, что наша с вами встреча будет еще одним моментом для поднятия на новый уровень наших отношений. Как вы уже сказали, у нас очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру. И для того, чтобы это помогло улучшению благосостояния наших народов. Сейчас Россия поднялась на освященную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности, противостоять гегемонистическим силам, которые противостоят против России. И сейчас мы хотим, чтобы и дальше развивать отношения. И мы всегда поддерживаем все решения президента Путина, также решения правительства России. А также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства. Еще раз выражаю вам благодарность за то, что вы предоставили нам такую возможность посетить Россию, а также уделять такое большое внимание.